Дорогие друзья, братья и сестры, мы с вами вместе вступили в удивительное время благословенного Великого Поста. И как мы можем слышать в начале, как Церковь воспевает и приводит нам для назидания такие слова. «Приди пост, Мати целомудрия, и мы постимся постом приятным, благоугодным Господеве». Начиная Святой пост, мы всегда должны быть устремлены к духовному, полагая, что телесный пост – это есть средство, чтобы достичь духовного. Ведь когда мы одерживаем маленькие победы, тем самым мы с вами закаляемся. Сила наша духовная увеличивается, и даже возможности телесного нашего организма, которые постепенно восходят от силы в силу, приучаясь к величайшей науке воздержания. А эта наука приведет нас к тому, что, быть может, свою меру в свое время мы достигнем и принесем Богу большие плоды. Церковь не воспевает чистоту нашего живота, не говорит о том, как мы должны различать яство. Она говорит о том, что истинный пост есть злых отчуждений, языка отложения, лжи, клятва преступления, похотей отлучения. Вот в чем оказывается истинный пост. Да и вы знаете об этом. Истинный пост для нас есть – это только средство для того, чтобы дать свободу нашей душе, дать свободу всем лучшим проявлениям, которые сокрыты и не могут без усиленной помощи и труда каждого человека над самим собою привести нас к близости с Богом. Хотелось бы каждому из вас и себе пожелать, чтобы мы смогли принести Богу какие-то свои плоды. Какие? Большие, маленькие? Господу будут приятные, любые. Но главное, чтобы мы потрудились. Главное, чтобы мы поставили пред собой задачу сделать то-то и то-то. Задачи должны мы ставить адекватные, соразмерные нашим с вами силам. И хотелось бы, чтобы, поставив задачу, мы ее исполнили. И тогда весна победит не только в видимой природе, которая сейчас окружает нас. Весна душ человеческих полностью победит в наших с вами душах. И самое главное, это будет приятно и благоугодно Господеве.